Ну что, здравствуйте, дорогие мои. Наконец-то мы с вами опять играем в SnowRunner. Дошли у меня руки до записи данной серии. Так, ну а что, мы дальше выполняем самое важное. Доставляем на ферму кирпич и топливо. Мы всем с тобой запаслись. Все у нас с тобой. С собой. Тут осталось-то вот нам буквально доехать сюда-сюда. Хотя нет, что, куда туда-сюда. Нет, что-то ты неправильно нам тут навыставлял. Нам с тобой надо... Доехать вот сюда, сюда. А, нет, там не камнепад, там еще устранять нам с тобой. И устранять. Надеюсь, мы с тобой здесь везде проедем. До этого же, по-моему, проезжали, да? И вот так вот. И вот так вот. То есть вот сюда нам надо с тобой добраться. И вот здесь уже все сдать. Поэтому давай. Как говорится, давай, вид от первого лица. И погнали. Давненько мы с тобой в нее не заходили. Соответственно, она нас заждалась. Поэтому поехали. Будем проходить. Мы заправились. У нас полный бак. Слегка коцанный, конечно, двигатель. Но я думаю, это не страшно сильно. Ведь он слегка коцанный, правильно? Так, давай. Полный привод, я думаю, мы с тобой сразу нарубаем, потому что сейчас начнет грязище прям. Грязище такая хорошая. Деф, я думаю, чуть попозже еще нарубим. Это если, конечно, у нас с тобой прям конкретно сейчас засядем, то мы с тобой деф нарубим. Ну а мы дальше проходим с тобой сюжетную линию. Выполняем тут различные задания. Нам с тобой все это дело интересно. Так, сейчас буду пробовать вот так получше маршрут выбирать, потому что мы с тобой тяжелые. Жопа-то у нас, в принципе, неплохо с тобой прижимается. Ну вот, мы с тобой и подзастряли. Не пойму, мы с тобой на камень, что ли, где-то встали, нет? Да не, вроде не на камень. Просто видите, здесь пеньки, как бы на пенек нам с тобой не налететь. Было бы не очень хорошо. Поэтому ладно, поехали по дороге, не будем петлять нигде. Уж потихоньку как-нибудь по дороге с тобой проедем. Все-таки, а то тут на пенек сейчас налетим пузом, и все, и приехали. Так, это стимуловская дамба. Тут мы с тобой еще как таковой не ездили. Поэтому нам с тобой эту часть карты надо изучать, открывать. Плюс на той, по-моему, еще в некоторых местах мы с тобой не бывали. Там можно всякие улучшения взять. Ну и тому подобные приколюхи. Ой, как сносит, а. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Сейчас-ка мы с тобой деф нарубим. С дефом все же все колеса, хоть и медленно, но вращаются. От поворачивать хреново. Но зато едем. Ага. Поехали. Блин, ну тут сейчас, конечно, будет весело. Ой, зараза, и здесь пеньки везде. Слушай, ну вроде по краешку проходим. На всякие пожарные сейчас лебедочкой будут цепляться. Дабы наверняка не утонуть. Эй, ты давай нас еще переверни, бля. Вот это другое дело. Сразу так цепанулся. Слушайте, ну лебедочка, конечно, нам помогает. Прям от всей души помогает. Без нее, конечно, было бы трудновато здесь.
Давай, 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 давай. О. А чё, нормально идем? Считай, у нас, смотрите, полный кузов топлива плюс кирпича. То есть у нас такие достаточно с тобой неплохой вес. Я считаю, что для такого веса мы с тобой нормально идем. Все-таки Дев, смотрите, помогает. Идем с тобой не быстро, но идем. Что-то мы подгрузились как-то странно. Стремненько подгрузились, но подгрузились. Может, на компе что загружается, поэтому ресурс сюда перекинул. Так, нам здесь с тобой надо будет сейчас еще вышки пооткрывать, чтобы карта пооткрывалась, посмотреть, где тут всякие плюшечки для нас с тобой хранятся. Плюс пригнать сюда с тобой. Да ну, ты что, на дефе застрял, что ли? Пригнать нам с тобой сюда. Знаешь, что пригнать? Джипарик наш вездеходный. Джипарик нам тут с тобой капец как пригодится. Потому что на джипарике проще исследовать всю тут местность. Давай, 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 давай. Крути сейчас посильнее колесами. Странно, что мы тут на дефе не едем. Давай тогда ближе сюда возьмем. Во, давай. Здесь вот сейчас более укатанный. Я думаю, сейчас он... Видите, у нас еще колесики с тобой не вездеходные, а такие. Больше они на дорожные идут. Ну, они пока не открылись. У нас с тобой еще уровень просто не достигает нужного. Да что такое? Что она подгружается постоянно? Или это у меня все-таки ком чем-то другим занят, хотя не должен. Что тут прям... Ну ладно, думаю, простительно. Ага, давай. Хотя не должен, не должен. Пока по кадрам мы с тобой неплохо идем. По кадрам у нас с тобой все шикарно. Так, а эту вышку мы с тобой открывали, правильно? Да, вот у нас зона эта открыта. Видишь, нам вот эту вышечку надо с тобой приоткрыть, вот эту вышечку приоткрыть и вот эту. А для этого нам надо с тобой что? А, вот еще одна. Для этого нам надо с тобой взять машинку. Возьмем машинку и все шикарно будет. На ней сможем покататься. Думаю, в следующей серии мы с тобой так и сделаем. Привезем машинку сюда. На ней уже здесь погоняем. Блин, слушай, не объехать-то никак, зараза. Ну, блин, придется как-то пытаться. Побыстрее бы колеса свои нормальные поставить, а совсем бы все по-другому было. Прям совсем-совсем все по-другому было бы. Вообще бы нормально делали вещи, мы бы нормально вгрызались в грязь. Но ничего, мы сейчас с тобой еще дойдем до этого уровня и на наш старичок поставим хорошие колеса. И тогда нам вообще в разы проще будет в грязь залазить. Особенно груженным. Единственное, что нам с тобой везет, что мы сейчас с тобой груженные. Все-таки груженный он неплохо прижимается, и мы с тобой быстрее доходим до нужного этого. Во. Во-во-во. Потолще. Надо будет сейчас там еще нам с тобой дорогу освободить от завалов камней. Тогда еще попроще станет. Если мы с тобой дорогу освободим.
Давай попробуем здесь проехать. Освободим дорогу, там тогда будет у нас с тобой асфальт. С асфальтом-то попроще будет объезжать всю эту грязь. Блин, наклоняет наш, конечно. Мы с тобой кирпичом полностью груженный, а нас наклоняет так жестко. Да не туда. Бля, только в одном месте может закопиться. Ай, хер, давайте, Нинос. Эх, зараза, давай в эту сторону попробуем. Слушай, ну перец же у нас с тобой более-менее на этом стоит, на сухости. Давай, давай, давай. Греби, бля. Да-да-да, перец более-менее стоит. Мы должны выехать. В принципе, чем мы с тобой сейчас и занимаемся. Эх, главное елочку это не сломать, полезная елочка тут стоит. Я думаю, деф можно вырубить. Ага. Ну что, вот он вроде гребсти начал. И без него. Блин, накаркал, что ли? Тут же и закончил гребсти. Ну давай, 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 поехали уже. Все, мы уже с тобой выехали с самой грязюки, прям вот, прям. Еле-еле, конечно, прям по границе, но прошли. Так, сейчас за пригорок, в принципе, спустимся. Там вот еще, конечно, будет в двух-трех местах грязище нехило. Но я думаю, мы с тобой справимся, справимся. В принципе, должны. Что там, кирпичик наш стоит? Стоит. Куда он денется? Давай, 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 тащи мой старый грузовичок. Вот он старенький, конечно, уже, но... Но хороший прям вот, от всей души. Гребет как может. Давай, 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 помогу тебе. Все-таки скользковатая. Я же говорю, резина маленечко не та. Вот резину другую. Прям вот вездеходную нормально бы зашла. Давай попробуем. Одним туда, одним сюда. Надеюсь, что получше пойдет. Ага. Ну, это кустик, а вот смотрите, маленько нам нужный толчок дал. С его помощью мы раз с тобой и выехали. А дальше, конечно, тоже будет кобздец. Там вот дамба, я так понимаю, находится, правильно? Так-то тут миссий для нас с тобой еще много, поэтому нам с тобой еще выполнять и выполнять на этой карте. А потом там еще и следующие карты. Сотни миссий опять. Так что нам с тобой еще выполнять и выполнять и выполнять. Плюс тут еще сезонные пропуски открывает другие карты. Ну давай, тянем так.
Нам с тобой только здесь, по краешку леса ехать, чтобы хоть зачеты, если что, зацепиться. Только так. Слушайте, ну потихоньку, но едем с тобой. Вон же столб есть, ну цепляйся ты за столб, блядь. О. Иногда кривовато работает, думаешь, вот. Ну хотя логика игры, тут она же не понимает, что ты хочешь точно. Так, что у нас? Маленько подвытащил на сухое, да? Ой, сейчас опять нырнем, зараза. Давай-ка на дефе. На дефе, я думаю, поувереннее тут поедем. Слушайте, ну почти выбрались в любом случае. Прям немногенько осталось. Помучиться здесь. В любом случае мы с тобой дофига груза везем. Плюс еще прицепиком. Поэтому нам тяжело. Как ни крути. Но ничего, сейчас мощность будем потихоньку поднимать. Там, по-моему, можно еще один движок поставить. Плюс колесики. И нормально он пойдет. Вот давай. На автомате прокатимся. Конечно, в этой местности без полного привода вообще делать нечего. Как ни крути, но делать нечего. Так, ну мы почти с тобой доехали. Сейчас поздаем груз и можно следующее задание брать. Как вариант, можно ту дорогу освободить. Вот и все, 4000 наш. Ну, получили с тобой, друг мой, 5-й уровень. Слушайте, офигеть, у нас причем полный бак был. Сейчас осталось 90 литров. Так. Куда идет эта дорога? Так, нам бы с тобой, знаешь, куда нам бы с тобой дело вернуть? Хотя, слушай, можно вот... Сейчас, наверное, развернемся с тобой. Слушай, а если мы с тобой... Вот так проедем. Сможем ли мы с тобой здесь проехать? И вот сюда. До камнепада. Посмотрим, что туда надо. Тут вроде суховато. Чутка дядя урожай помнем. Я надеюсь, он не сильно обидится на нас. Так, давай-ка. У первого лица. А, тут что, везде забор, да? Походу, да, везде забор. Придется все равно там проезжать. Ну,
Ладно, в любом случае мы попробовали. Вот сюда нам надо. На дорогу туда выйдем, а там уже разберемся. Бля, тут с прицепом так не развернуть, придется через поле ебашить. Чё, и там что ли забор? Да ты угораешь, что ли? Прикиньте, и здесь забор. А, ну в принципе вот он кончается. То я хотел сказать, ну ты хорош забор-то тыкать. Куда столько заборов-то натыкано? Вот сейчас должны проехать. Не то, что проехать, а просто пролезть хотя бы. Блин, и там забор, он там не в круговую идет. Случайно. Ну-ка, погоди-ка. Короче, бля, без шансов. А хотя, слушай, там вот через лес можно... Давай через лес попробуем. Потому что там опять грязище, опять ковыряться сейчас в ней, это на час затянется. Сейчас мы краешком-краешком и проскочим с тобой. Аккуратненько. Забор все-таки цеканули ему. Чуть-чуть зацепили. Все-таки с телегой тяжеловато идет, но что сделаешь. Плюс нам бы где-нибудь заправиться с тобой. Ладно, попробуем дотянуть. Все-таки сейчас мы с тобой не груженные. Солярки тратится поменьше, надеюсь. Еще и туч, зараза, пошел. Так, здесь ничего, никаких. А слушай, вот тут в конце улучшение какое-то есть. За ним бы нам и заскочить. Опять же, если ехать-то вот здесь, тут, наверное, не объедем нифига, да? Да, не объедем. Нам вот в наш гараж бы попасть. Тут топливо, потом станция техобслуживания. Интересно, мы с тобой еще такого не видели здесь. Какая именно той части карты. Блин, интересная карта, столько всего надо тут обследовать. Ну, поехали, доедем, хоть посмотрим, если что. Топливо у нас там с собой есть, машина. Вот, не знаю, на нее топливная цистерна, интересно, устанавливается. Сюда бы ее пригнать. Вместе с нашим вездеходиком. Маленьким. Зараза, ну это дождь начался. Тут, как говорится, без шансов. Давай, давай, давай. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И глядишь, до чего-нибудь дотянемся, хоть цепануться. По идее, мы хоть до какой-нибудь ёлки, по идее, до этой должны дотягивать. Все равно он близковато находится. Да, вижу, вижу, что топлива мало, зараза. И мы-то сейчас подзастряли. Блин, и цепануться-то не за чего. По идее, вот же она, елка, блядь. Цепляйся за, не хочу. Вот прям чутка не хватает. Ну, соответственно, до этой тоже вот чутка не хватает. В эту сторону он не даст, малек.
Незачем во жопе больше затупиться, зараза. Вообще незачем. Так, ладно, давай сделаем так, у нас прицеп открепим. Бля, плотно сели, зараза. Не, ничего это не дает. Вообще никак, да? Блин, ну это попадалово, слушайте, прям в натуре попадалово, зараза. Сейчас хоть маненечко. Слушайте, ну что-то вроде сдвигает. Поехал. Так тоже, да, никакого эффекта не дает. Или мы все-таки потихоньку с тобой. Слушай, не смотри. Пустые все-таки дает чуть-чуть эффекта. Опа. Блять. Елку сломал. За эту елку никак, да? Вообще. Соответственно, тут ни бревен, ни хрена нет, да? Соответственно, был шанс только там. Надо было потише дергать. Мы с тобой тут застряли нехило. Зараза, и по топливу вообще голяк у нас. Не, вот у нас маленькая ж вытянула. Ну от этого, блин, толку у нас пока что вообще никакого с тобой. Вообще никакого. Я уж понял, что нет видимых точек для крепления. Давай-ка попробуем пересесть. Так, я так понимаю, в той местности мы никак, да, с тобой? Тут только то, что здесь объекты, да? А сейчас, если эвакуацию затребуем, то у нас он туда перелетит. Ну, давай, у нас выбора нет, поэтому придется, давай эвакуируемся. Да. Да, и придется заново сюда доезжать. Ладно, мы сейчас с тобой доедем, хоть гараж откроем. Считай, выполнили задание. До конца открыли гараж.
Так, давай. Царь горы, это, конечно, хорошо, но мы с тобой его еще успеем выполнить. Поездим. Так, сейчас домчимся туда. Домчимся туда. Интересно, как отсюда вот туда машины можно? На Стимуловскую дамбу перенести в тот гараж. Ладно, сейчас узнаем. Сначала там гараж откроем. Слушайте, неплохо идет, даже без полного привода. И расход хороший, 5 литров всего в минуту. Нормально. Так сказать, адекватно едем. Там вот тоже прицепик у нас с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну точно, здрасте, приехал. Не-не-не. Так, конечно, я еще никогда в жизни не делал. Вот это нас снесло с тобой. Мало того, что снесло, так мы еще и на валун налетели, пока я с вами разговаривал. Фантастика, блин. Ладно, поехали. Не будем тратить время. Доедем до Тудова. Надо разобраться, как туда нам одну из машин перенести. Нам хотя бы одну. Вот эту маленькую нашу. Слушайте, либо тот, который мы последний с тобой взяли, Шевроле там какой-то был, либо его. Тоже он, по-моему, тоже полноприводный идет. Надо сейчас посмотреть, а то, может, его можно маленько доапгрейдить. И вообще шикардосно будет на нем тоже там покорять местные грязи. Как-то так. Ой, солнышко, как фигачит нам в глаза. Нужно на этом открывать, это, конечно, блин. Либо на одной машине постоянно туда ездить. То есть, допустим, на одной поехал, все пооткрывал. Потом другую взял. Уже задание повыполнял. Но это тоже такое себе, муторно постоянно в такую даль гонять. Поэтому, не знаю, надо подумать, как это все сделать, посмотреть, что там. Сейчас гаражик там подоткроем себе. Я так понимаю, его открыть там надо. И уже от этого будем с тобой думать. Так, предлагаю по дороге заправиться, пока мы здесь. Так, все, полный бак, полный. Поехали. Сейчас доедем с тобой. И там уже по ситуации будем смотреть. Блин, едем всего 30 миль в час. Ну ты уж побыстрее можешь, наверное. Там более современные грузовики все-таки поинтереснее гонят, да?
Так, мы с тобой камнепад тут тоже был, поустраняли. Помню, было такое задание. Так же, как и там. Сейчас там тоже устраним, тоже дорога откроется. Можно будет со спокойной душой гонять. Так, ну вот он и туннель. Смитловская дамба. Я думаю, мы на нее как-нибудь зайдем. Слушайте, такой тягачок прикольный, блин. Так, что, поехали? Ничего, ничего, мы сейчас на другую миссию возьмем, тогда там текущее задание у нас поменяется. С этим царем горы надо бы только нибудь выполнить, чтобы у нас не заколебывало. Царь горы, конечно, прикольно, а там полазить, тут полазить. Ты угораешь, я тебя убрал. Во. Давай, 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 по асфальту, конечно, хорошо идешь на этих колесиках. Сначала должна быть станция техобслуживания, или она вон дальше. Давай посмотрим, что за станция техобслуживания, потому что до этого я, по-моему, еще не видел станцию техобслуживания. Тогда уже сюда вернемся. Вольф грипп. Как грипп переводится? Вольф это волк, а грипп как? Слушай, что здесь такое? Управление грузом. О, офигеть, здесь запасные части машин. Просто запасные части, но запасные части машин. Буровая установка есть. Мало места. Это то есть сюда на тягаче надо приезжать. Офигеть, прикольно, слушайте. Так, а здесь что такое? А здесь миссия, я так понимаю, да? Да, это состязание. Обнаружено новое задание. Тяжелая ноша. Что это за задание? Так, что за поручение? Давай посмотрим. Местная фирма предлагает немного усилий, чтобы привести в порядок свои дома. В том, что у них осталось мало топлива. Сможете завести еще одну цистерну. А что нет? Завезем. Завезем. В принципе, неплохо, неплохо. Все там 1900, считай, 2000 мы с тобой получим местные валюты. Сейчас только давай с тобой в гараж свой заедем, посмотрим, что как там, чего там. Нажим гаражики, и тогда уже будем дальше играть. Я думаю, это уже в следующей серии, потому что в этой мы уже с тобой не успеваем. Слушай, ну так точно такая же это. Обнаружен гараж. Вот перейти в гараж. Карта местности. Да, вот Силовская дамба. Потом тут можно будет попасть нам остров
Драмонт и островное озеро. Но это такой Мичиган. У нас с тобой еще Аляска с Таймыром открыты. И потом еще вот эти можно будет купить по этой. По сезонным пропускам. Но это мы с тобой еще все будем проходить. Нам еще проходить и проходить. Пока что только здесь. Ну, магазин грузовиков. Слушайте, ну да, 11 тысяч стоит. Это 33. Ну, мы с тобой вот так нашли. Шоссейный. Грузовой, серийный, шоссейный, возможность есть дифференциал. Тягач какой, 126 тысяч, офигеть. Слушайте, ну он всякая хрень. У нас там, в принципе, тягачи, по-моему, тоже были. Вот это, кстати, тоже как тягач шел. Так мы на него... А знаете, что, наверное, будет машины вот сюда подобавлять, пускай они у нас вот здесь в гараже стоят, чтобы потом их прямо отсюда убрать, да? Так, наверное, и сделаем. Только в следующей серии. Так, ну что, здесь мы с тобой гараж приоткрыли. Гаражик у нас с тобой здесь есть, друг мой. Давай, наверное, мы с тобой на этом попрощаемся. По времени мы каски с тобой играем больше 40 минут. С тобой на этом попрощаемся. Ну а увидимся уже в следующей серии. В следующей серии мы с тобой здесь повыполняем задание, которое мы взяли. Плюс еще можно тут новое улучшение открыть. Здесь вот задание надо взять. Поэтому заданий здесь много в этой части карты. Ну а мы с тобой увидимся, когда увидимся. Счастливо. Пока-пока. Не забывай ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Ну и всего тебе хорошего.